Аул Мадиниет. Здесь проживают около 600 человек. В 2013-м в селе была возведена мечеть. Строительство культурного центра началось в июне прошлого года. Общая площадь здания – 450 квадратных метров. Стоимость проекта – более 40 миллионов тенге. Эти ребята построили не одно такое здание. Построили в дар. Это второй проект на территории Акмолинской области. В селе Кабанбай-Батыра Целиноградского района построена школа на 600 мест. Мы выражаем благодарность таким гражданам, кто для страны, для родного села творит добро. Предприниматели на этом останавливаться не намерены. Они помогут и в разработке проектно-сметной документации. На этот раз на строительство спортивного комплекса. Мы сами родом отсюда, росли здесь. Мы бы хотели, чтобы Казахстан процветал. В настоящее время большую часть времени уделяем строительству. Внутри предусмотрен ресторан, детская игровая зона. Как только позволит погода, планируем заняться благоустройством. Хотим соорудить и спортивную площадку. Село Мадиниет – родина талантливых людей. В их числе 5 профессоров, 2 генерала, 10 полковников, несколько кандидатов наук, герой социалистического труда и режиссер. По мнению жителей, культурный центр послужит началу духовного развития и модернизации. Саня Кубжасарова, Эрболат Серикбай, Марат Ахмеджанов, Джахангир Мукамбетов, Кокши Ахпарат.